Человек первый раз в своей жизни выполняет подход к причалу. Первый из всей группы. И сразу на 5 баллов. Топи! До упора! До упора! Чуть прибрать, больше газу, больше. Все, поехали. Что делает? Впадает. Вытекает. Правильно. Малога что делает? Впадает. Правильно. Удачи. Скиты монашеские от этого монастыря Милого Столпинского. Значит, и там же находились монастырские тони. Тоня? Тоня или Тоня? Это такая снасть, постоянно стоящая на дне реки. Вот, и ловили монахи-тонники рыбу, которую, соответственно, на братский стол отправляли. И чтобы попасть туда, в Днепре, из монастыря около 20 километров на веслах надо. Для того, чтобы сократить этот путь, монахи лет 200 назад, наверное, выкопали вот эту вот канал. Копанка называется. Монаха Нила Столпника. Имел он такое послушание или собственное усмотрение. Освящен и начал действовать как братская обитель в 1594 году. Находится на острове Столпинском или Столпном. Как соберется группа, минимум 6 человек. Можете записаться всем курсом, мы погнали. Мой любимый якорь – кошку. Эффективнейшая вещь, надо вам сказать. Прям уникальный. Оп! Вот он, якорь-кошка. Немаловато. Кому как. Я ни с кем не меряюсь якорями. Постановка на якорь – это весьма сложная и ответственная операция. Попрошу всех смотреть очень внимательно. Я сейчас покажу. Повторять я не стану. А поэтому следует запомнить, поскольку, я говорю, требует очень выработанного навыка, вот, и серьезного отношения. Приготовились. И сейчас я вам показываю эту сложную операцию. Все запомнили? Внезапно, неожиданно прекрасен, потому что никогда не ожидаешь от слова «селигер» такого кайфа, особенно с учетом всех ассоциаций и предубеждений, а это 3 дня безумного удовольствия, красоты, фантастики, эмоций, приключений. Наш прекрасный гид сказал, что когда-то курс назывался «Я подарю вам селигер». Мы очень благодарны за подарок.
Да, ну действительно, я соглашусь. Очень красиво, очень красивая природа, очень хорошая компания, очень удачная техника, очень нам очень понравилось, и мы обязательно вернемся еще. Слушайте, школу кормщика рекомендую к посещению всенепременно, потому что попробовать в реальности, это очень круто. Попробовать в реальности на природе, посмотреть на всю эту красоту, это вдвойне круто. Поэтому, если вдруг вы думаете над какой-нибудь школой, которая гарантированно вам там что-то там делает на бумажках, тут же возьмите эти деньги, принесите их сюда. Попробуйте, научитесь и получите море кайфа. А откуда вы приехали? Я из Петербурга.